Всем привет! Вышел на рыбалку. Сегодня 14 число. Рядышком с городом. Сегодня я один. Потихонечку топаю. Иду в район, где открытая вода, тонкий лед. В общем, это район водосброса. Я выходил сюда 2 дня назад, 12 числа, увидел одну хорошую поклевку. Опа! Что-то тяжелое, ребята. По-моему, наш клиент. Да. По-моему, наш клиент. Просто держу его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего не могу с ним сделать. Просто встал. Просто встал. Двенадцатая леска. Пока она не подводила. Тьфу-тьфу-тьфу. По ощущениям, это как минимум больше 500. Вообще, пыром встал, колом встал. Вообще не идет. Вот это ощущение. Пошел, 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 по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Сумасшедшие рывки, просто сумасшедшие. Пошел. У меня есть, конечно, удочка, ребят, 0,16 леска. Но я хочу ощущение. Вот она. Морда лица. Ну это у нас. Это у нас где-то 650. Вот такая рыбина. Уф. Вот он. Вот она. Просто конь. Конский. 650. После этого окуня, можно сказать, ничего больше не было. Был восточный ветер. Погода такая тоже пасмурная была, как сейчас. Но был сильный туман и был восточный ветер. Сегодня же по температуре также минус 8-10. Но дует легонечко южный ветер. В общем, идти совсем чуть-чуть. Попробуем, что будет сегодня. Я ненадолго выезжаю. На часа 2-2,5. До этого тоже выезжали с Нуриком. Тишина. В основном вот такие окуньки. Больше ничего интересного не было. В общем, потихонечку идем. Очень большая глубина. Вот сразу же поклевка. 11 метров примерно.
разведка пошла. О. В прошлый раз, когда я сюда приходил, получается, я практически сразу взял того крупного окуня. Потом было тихо. Взял высоко. Наконец-то я нашел рыбу. Что-то небольшое. Так, ребята, хорошая рыба наконец-то. Ух ты, как скрипит леска, ё-моё. Ай. Наконец-то, блин. Ну не такой уж и большой, конечно. Среднячок такой. Опа, есть. Тоже неплохой, ребята. Опа-па-па-па. Хороший, хороший, хороший. Высоко взял. Не огромный, но 300 есть в нем, наверное. Сопротивляется хорошо. Вот сейчас на меня идет. Поднимается вверх. Не, поменьше немножко. Ну и таких рад потаскать. А то постоянно вот эти с палец окуня, это вообще какое-то, блин, настроение падает. Ищешь, ищешь его. А он сам приходит. Я уже не стал больше искать, бурить. Уже все сел на одной лунке. Сначала на одну удочку ловил, потом зацепился, леска порвалась посередине, до дна я не доставал, здесь 11 метров, как-то так. В общем, опускаем, не будем отчаиваться, может быть, сейчас будет бонус. Опа, остановил. Почему-то вот выше берет. Ну, это такой хорошенький. Борется. Ай. Хоть чуть-чуть душу отведу, блин. А то бурить, 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 бурить. Такой симпатичный, да. Иди сюда. Симпатичный. Годится. Опа.
хороший на опускании. Хотя нет, показалось. Стартанул хорошо, потом все. Ну такой, приятно тащить с глубины. Сразу же посопротивлялся, но потом уже все. И снова на падении. Вот такого размера окунь клюет только так. О, что-то повеселее наконец-то. 5 мелких, что-то повеселее. Немного больше. Такой евро. О, симпатичный показался сначала. Хорошо придавил. Посопротивлялся и сдался. Иди давай. Зови, блин, кого-нибудь бонусного, я не знаю. Опа. Кто-то есть. Прям на падении схватил. Не такой большой, но приятно тащить. Так вот. Среднячок. Ух ты. Подошел, что ли? Следом еще один. О. Вроде неплохой, ребят. Вроде даже нормальный. Похрустывает леска. Значит, там что-то 300, наверное, будет. Вон он ходит, хорошенький, красивый. Евростандарт. Ну-ка, отдай глаз. Вот такой вот красавчик. Ну чё, как, третий будет сразу или нет? Да что тут такое? Опа, третий, ну это поменьше. Третий после перерыва. Сорвался. Что-то неплохое. Не 600, ну ладно, да? Не, видишь, пока на балансир вообще никакая. Может,
прошлый раз я говорю, он разгонял рыбу, а пацаны их на мормышку все ловили. Потом час прошел. Ага. Блять, откуда я даже не видел, что ты наловил? А у меня, в принципе, на балансе сразу. Все, ребятки, отрыбачился, пришел к машине, завел. Пока греется, покажу, что сегодня получилось поймать. Средний окунь, грамм по 300-350, не больше. Общий вес 3 килограмма. Вот такая вот рыбалка, ребят. Не знаю, где крупного окуня носит. В первый выезд одного взял большого, и все. Сегодня как-то поинтереснее, и то не сразу. Тоже пришлось поискать, побурить, походить. В общем, как-то так. Сейчас буду отбивать бур и домой. В общем, всем пока. До следующих рыбалок. Увидимся.